Теплые мягкие зимние сапоги на предстоящий холодный сезон или блестящие сандалии с массажными стельками для уходящего лета. Сделать выбор не так просто. На этой ярмарке представлено более 1000 разных моделей на осень, на зиму и на лето. Анна Семенюк пришла посмотреть обувь для мамы с проблемными ногами, но нашла сапоги и себе. Выбрала себе зимний вариант. Очень удобные, мягкие. Мех достаточно такой плотный. Подошва мягкая, гнется. Все модели из натуральных материалов. Прессованная кожа, натуральная кожа и нубук. Размерный ряд от 40 до 49 для мужчин и от 36 до 43 для женщин. Продавцы помогут не только подобрать правильный размер, но и найти пару для каждого конкретного покупателя. Я бы порекомендовала людям с большой полнотой ноги, либо с отекшими ножками данную модельку. У нее имеется не только замок, но и хлястик, с помощью которого можно отрегулировать ширину. И то есть вот такая ширина у нас получается. Выбор хороший. Обувь тоже хорошая. Мне понравилось. Буду носить. Вся обувь российских и белорусских производителей. В нашей выставке представлено более 1000 наименований обуви. Они идут как на обычную ножку, так и на проблемную. У кого выпирающая косточка, высокий взлем, либо полное голенище. Ярмарка обуви проходит в здании кинотеатра «Россия» с 24 по 31 августа. Режим работы с 10:00 до 19:00.